Так, время запускать запись и возвращаться во вторую игру. Все, картинка есть. Смотрим продолжение. У нас Рязань ведет 1-0. И Самара все-таки взяла ножи. Ну что, выберет атаку или останется в защите? Ой, наоборот. Выберет защиту или останется в атаке. Остаются самарцы в атаке. Это, кстати, интересно. Обычно команды пикают дефенс на этой карте. Что, кстати, тоже мне вот непонятно. Вообще непонятно как-то все. Все непонятно. И мне непонятно, почему команды пикают дефенс, и непонятно, почему вот самарцы выбрали атаку. Как думаешь, М5 выиграет Минфакт? Да зачем же все время думать, кто что выиграет? Почему нельзя просто смотреть и болеть? Объясните мне. Почему всех всегда интересует, как кто что думает? У нас пистолеты вообще. Торнадо. Вот хочу за ним посмотреть, парень просто... Парень крут. Поторопился я. Так, ну, хотел сказать, не дадут поставить. Ну да, не дали поставить. Не выбили. Ой-ой-ой, да. Кстати, гром должно быть. Я что-то опять забыл про это. И Самара взяла пистолеты. Так, вот, зачем любить, зачем страдать? Действительно. Так, колон рулит, причем здесь колон? Не особо понятно. Три калаша, два калаша, Галил и два Юспа. Вот такая закупка у Самары. Не знаю, как-то интересненько. Ой, Дронзилу сейчас прилетит. Да, прилетело. И еще раз прилетело. Ну что? Кстати, вот даже непонятно... Три гранаты потратить на одного безоружного. Ну, ладно, хорошо, классно, наверное. Куда пойдет атака-то? Ну, атака пойдет на А, правда, тут уже всех позабирали. Да, и вообще без потерь, просто там одной пулей, по-моему, всего попали. В двух самарцев 2-0 Самара ведет. Сейчас будет еще один эко, и потом будем смотреть. На тему третьей карты, ну, это очень рано забегать вперед. Все-таки два раунда всего сыграно на второй карте. Тем более, ну, проиграли пистолетку, это еще не значит, что проиграли карту. Знаете как, проиграв сражение, можно выиграть войну. Проиграв пистолетку, можно выиграть карту. Смотрите, как Кладик с торнадо тут отвесили. Вот если бы сейчас Кладик попал еще одной пулей, забрал бы калаш Соника, и вот Валенберг с одним Галилом, да спокойно просто. Ну, так 3-0, но все равно неплохо. Выбивали девайсов, минус 3 калаша, и вообще все отлично, по-моему. Так, кто-нибудь будет еще сегодня играть? Ребят, там параллельно... Будет идти, идут Fnatic Cup по Доте 2, там Fnatic Лига по Counter-Strike, и, наверное, что-то еще по StarCraft будет сегодня. Ну, вот что-то мне подсказывает. Потому что эта игра, по-моему, по которой все время проходит турнир. Просто... Ой-ой-ой, как обидно, Торнадо сейчас промазал. Да, вот это незадача. В общем, смотреть, не пересмотреть сегодня можно с этих матчей. Завтра выходной, завтра праздник. Вставать рано никому не надо, кроме меня, наверное.
поэтому будет все классно. Так, да, вот я что-то не понимаю, там же сидит Дронзил, почему он не стреляет? Неужели он не видит? Неужели он играет с такими настройками монитора, что в один дым вообще ничего не видно? Ну, странно, странно. Торнадо попадает в ногу, мало-мало. Да, и... Ну что, два красных против... Два красных, два здоровых против двух здоровых. Пока выговаривал, все уже изменилось. 2 в 3. 2 в 2. Бомба тикает 23 секунды до взрыва. На шаверме кто-то крутится. Забрать. Забрали. Раунд взяли. PGQ мог бы... Могли бы дать PGQ раздиффузить. Ну да ладно. Роквай даже без диффузов. Успеет 3-1. Берут первый бай рязанцы, с трудом, но берут. Смотрите, АВП засейвили. Торнадо сейчас дропнут, торнадо АВП. Один кольт засейвили. И, в принципе, неплохо. Вдвоем, конечно, выжить это плохо. Но бывает хуже. Для экономики контров вообще надо выживать втроем. Вот если вы втроем выжили, то вы принесли себе какой-то бонус экономический. То есть что-то команда заработала. Если вы вдвоем в одиночестве выжили, то... Увы, я... Так, приемчик от PGQ, это, по-моему... Да, коты, как я и думал. Дронзил отвечает минус 2. На выходе со скрипа и Роквай взрывает. Ну вот, вот они, рязанцы, вот то, о чем я и говорил. Не надо забегать вперед, говорить про третью карту. Тут еще все, знаете, как папка надвое сказала. Я не знаю вообще, кто выиграет. Но по первой карте, по первому нюку, я могу сказать, что рязанцы стреляют позабористее просто, чем Самара сегодня. И как-то летит у них получше. С аэродинамикой у них лучше, что ли? Не знаю. Тем временем Эко. Клайдик отдался с Фомасом. Я вот не люблю никогда вот эти вот вылазки с Фомасом против Диглов, потому что мало пуль. Они слабые и... Но получать от них можно очень жестко. Ну что, остался калаш и глок. Откуда калаш? Неужели ГДЖ купил себе этот славный девайс? Ну, потерял его. Что, 3-3. Счет сравнен. Сейчас ждем глоки или будет бай. Так, Вайнберг закупился. Спам закупился. ГДЖ закупился. Ну да, закупаются. Закупаются, но закупка, знаете, такая будет вяленькая. Но это 3-3. Первая комната 4, ГДЖ стоит у колонн. Так, ушли в каналку, сколько-то там человек. Спам и... Один спам. Крадется. Так, ну что? Ужас, минус Дронзил, спам, минус 2. Хороший выход со скрипа от спама. И торнадо с кладиком остаются 2 в 5. Это сейф. Это сейф, не надо даже пытаться. Даже не надо пытаться. Ну зачем же? Ой-ой-ой, Валенберг. Как опасно сейчас крадется Валенберг. Да, и у торнадо как-то, вы знаете, с АВП проблемы. Вот что я скажу. Не надо ему ходить с АВП. Все-таки с кольтом он выглядел гораздо более
Опаснее, что ли? Так, 4-3 в пользу Самары. Торнадо не впечатляет, он очень часто промахивается с АВП. И вот пока только два фрага. А нюк именно был, ну, на 80% нюк это его заслуга, на мой взгляд. Так, смотрите, закупились. Закупились игроки Рязани, Торнадо закупился, кстати, тут же выбрал минус. Так, ну вот это было лишним. На мой взгляд, это было лишним. И вот это тоже лишним. Ну зачем так аркадить? Да, и PGQ тут в больших-больших проблемах. Отдается на Валенберге. Ой-ой-ой, Клайдик попал. Клайдик сейчас попал. Вот просто как надо попал. Ой-ой-ой-ой-ой, Клайдик. Что-то страшное. Просто два каких-то больных хедшота, ну вы видели все. 4-4. Опять равен счет. Moscow Five тем временем ведут Винфакт 5-0. Ну там должно быть все достаточно легко, потому что Винфакт это не фнатики. Хек сейчас в ударе. Он заменяет Михаила Столярова Досю. У Винфакт нету Люрписа. Вместо Люрписа играет... Даже не помню уже, кто играет. Но там сегодня там не Хан, там кто-то другой. Так, ну смотрите, какой хороший диглбай от Самары. И, по-моему, Валенберг с бомбой убежал на Б вообще. Да! Валенберг поставил бомбу на Б. Так, и вот сейчас Валенберг тут надоел. Ой-ой-ой, зря. Так, это что вообще такое? Да, ну это просто трололо. Я не знаю, как это назвать. Посмотрите, что делать сейчас. Ой, как отдались рязанцы. Да. Эпично, эпично просто отдались. 5-4. Да, Варенберг. Глок. 34 хп. Дал 2 минуса, поставил бомбу. Ну, классно, чё. Магёт умеет. И вот теперь у Рязани уже отдача. Ну, Рязань просто... Просто взорвали. 6-4. Третья карта будет, по-моему, Дрейн, если я не ошибаюсь. Сейчас я быстренько скажу. Так, и третья карта... Третья карта. А, Мираж, третья карта. Вот. Вот оно что. Ну что, 4 ФАМАСа, Кольт. Опасная закупка, конечно. Так, ну, Валенберг сейчас просто отдался на Торнадо. ГДЖ тоже где-то там потеряли. И выход со скрипа. Да, спам, как всегда, выходит со скрипа. И, как всегда, вот так вот... Играющий просто двоих уносит вперед ногами. И переворачивает ситуацию в раунде. Все было так благополучно для Рязани. И закончилось все так неблагополучно. Тут сейчас на Клайдика много-много надежд. Да, ну, немножко друг другу сейчас помешали игроки. Игроки Рязани, это 7-4. Вы знаете, Самара уходит потихоньку в отрыв. Так, Драймер, а будет запись на этот стрим? Да, будет, конечно. На этот стрим будет.
И на все предыдущие и последующие тоже будет. Так, диглы. Не попали. Не попал Руквай в своих оппонентов. Забрали. Так, остается Клайдик. Даже не знаю. Да нет, тут ничего не светит. На PGQ никто не идет. Ну, хотя нет, там один идет, но... Да, отвлекся. Отвлекся он на центр. Не поймал тайминг. И пиши пропало. Клайдик на банане. А где у нас Тронзел? На рынке тут тусует. Так, и вот. Вот момент истины был у Клайдика, но не справился. 8-4. 8-4. Первую половину Самара уже по-любому выиграла. Вопрос, каким счетом? Драмер, а кто играет следующий и когда? А, что я могу вам ответить на этот вопрос? Вы можете зайти в репортаж с турнира и посмотреть все расписание. Что было, что будет, кто с каким счетом сыграл. Так. Торнадо там. Понял он, что ВП не вариант. Так, пролак ХЛТВ 2 в 2. Нет, не 2 в 2, а 3 в 2. Интересно. Очень интересно, причем... Как вот еще одного потеряли, непонятно. Самарцы? Ну, такие раунды отдавать нельзя. Просто ни в коем случае нельзя. Вот Раквай. Смотрим за ним. Все зависит от его таймингов. Будет тайминг или нет. Ой, хорошо как. Все, дает инфу по последнему, что это подсадка. Что спам на рынке. Ну как-то он совсем... Да он думает, что там стоит, что ли, спам? Будет 3 часа стоять? Ну просто смех. Ну, Раквай, ну это неинтересно даже. Просто убил человека, постоял за углом 15 секунд и думал, что он сейчас выйдет, а противник все там же. Ну, смешно. Так, ну Дронзел все-таки берет раунд. Это 5-й раунд для Рязани. 8-5. Так. Я смотрю, Толя появилась в чате. Да, привет, Оля. Восемь пять. Что по закупке? Да все отлично по закупке. Вот все-таки я жду от этого парня каких-то крутых фрагов на этой карте. Все-таки, судя по первому нюку, Торнадо должен тут в одиночку с самарцами справляться. Ну, пока не получается, к сожалению. Хотя Пуджу он навтыкал там неплохо. Так, Раквай ловит гранаты в руках. Да, все-таки добивает Соника, уйдет. Уходит. И еще одного даже забирает. Так, остается ГДЖ. Джи-Джей, вот я вот... Джи-Джей, да, буду так его называть. И Торнадо забирает Пуджа. 8-6, и, по-моему, деньги кончаются. На последний раунд сейчас будет плохая закупка. Будут диглы, будет первая броня у кого-то. А может, я вам вру нагло просто. Откровенно. Может быть, будет все хорошо. Но вот у Джи-Джея вроде дигл. Так, это быстрое А. Причем, знаете, по-моему, оно сработает. Да, падает пуч, падает спам.
Ставится дронзил, который тут... Ой-ой-ой-ой-ой, жми. Да, чуть-чуть не дожал. Но здесь торнадо уже тут как тут, и это 2 в 2. Вот так вот. Дронзил просто подошел такой в ящичек, как начал стрелять. Там же лежал дым, он вообще ничего не видел. Это же ХЛТВ. Так, Джиджей минус торнадо. Клатч, 1 в 1, Клайдик против Джиджей. 1 минус до конца раунда. И Клайдик. Куда же ты идешь? Вот... Тоже странно. Зачем? Да, отлично, давай спалимся, да. Беги. Ну все, да. Молодец, Клайдик, он просто отдал раунд. Самаре 6-9. Да, действительно, я пробежал полкарты, не нашел противника. Значит, во второй половине карты его тоже нет. Зачем я буду палиться? Я просто побегу. Странно, что он нож в руки не взял. Но вот так вот закончилась первая сторона. 9-6. В пользу Самар. Рязанцам сейчас надо брать пистолеты. И все будет хорошо. Если не возьму, то третья карта incoming просто. Ну, торнадо, как всегда, вольный стрелок, одинокий боец, не знаю, там, джедай, самурай, называйте как хотите. А у Самары поджим второй комнаты, ой, посмотрите, как они встали уже агрессивно. И ведь Рязань это не читает. Торнадо пытается расшевелить в одиночку просто команду противника. И смотрите, у него это получается. На него уже выходит трое. Ну, я не знаю. Ну, как можно было отдаться в такой ситуации? Да, ну... Все классно сделал Торнадо. Все было просто отлично. Расшевелил... всю оборону, кроме одного человека, который стоял за ящиками. Его, естественно, никто не прочекал. И тут уже торнадо, конечно, 1-4. Что-то тяжело будет придумать с 27. Фулсами. Да, его все-таки забирают. Ну, и тоже не понимаю Самару, как можно было одного парня с глоком мучить просто 15 секунд. 10-6. 10-6, диглбай от Рязани. Да, Рязань идет ва-банк, по-моему. Тут фастовый банан, вот так. Даже сплит, прилетело. Да, нежданчик прилетел от PJQ. 2 в 3. Бомбу даже поставили, смотрите-ка. Прогнуло просто ХЛТВ. Это 11-6, но зато закупится сейчас. Что тоже неплохо. Не, вы даже знаете, там сейчас закупка должна быть лучше, чем у контров. У Рязани, хотя торнадо с диглом. Странный мув какой-то. Бомбу ставили. Неужели он с броней был в предыдущем раунде? Это была закупка с броней. Если с броней, то да. Все было плохо. Так, разменялись 2 в 2. Надо поднять калаш. Торнадо. Так, а его здесь нету. Он помаз только нашел. Так, PJQ забрал Соника, никто не чекнет у скрипа второго контра, да, Валенберга никто не чекает, потому что, ну, не ожидали увидеть сразу двух игроков у скрипа. И торнадо 1 в 2. Ну, вот смотрите за торнадо, вот. Человек пробежал пол карты и включил shift, а не наоборот. Вот это логичное действие.
Его вообще никто не ждет, посмотрите. Так, торнадо еще пудж забирает. Успеть должен поставить бомбу, хотя... Да, ну вот если он сейчас потащит раунд, это будет просто эпично. Это будет просто эпичнейший момент. Блинберг пытается что-то на... Ой-ой-ой-ой-ой, торнадо, ну вот, дождались. Дождались мы этого момента. 7-й раунд берет для Рязани. Этот игрок, смотрим. Торнадо, минус 1, минус 2. Минус 3. Да, минус 3, но зато как. Так, и отдачу уже от Рязани, ой, от Самары, и принимают просто рязанцы тут первую комнату. 11-8. Вот самое интересное. Вот сейчас, что могут показать рязанцы? Если они сейчас берут раунд, это практически сравненный счет. Если они проигрывают раунд, то это, скорее всего, там уже 14-8, 14-9, это, знаете, уже не вытаскивается практически. Ну, очень агрессивно играют самарцы в первой комнате. Просто накрошили троих. Джи-Джей забрал Клайдика во второй и последний торнадо. Торнадо минус один. И пудж его забирает. 12-8. Нет, все-таки, по-моему, это третья карта. Ну, что-то мне вот кажется уже сейчас. Вот сейчас мне кажется, да. 20 раундов назад, ну, хорошо, 15 раундов назад, когда вы говорили, что третья карта, я говорил, рано. А вот сейчас уже, боюсь сказать, поздно. Все-таки... Нет, смотрите, закупились опять рязанцы, это не эко. Вот сейчас, вот возьмут они вот это вот подобие бая, сколько здесь? Три дигла, два калаша. Вот сейчас самый важный. Так, GG справляется. PGQ. Очень агрессивно играет Самара. Да, ну все, собственно. Остается Дронзилс, торнадо, опять торнадо последний. В первой комнате одного перестрелял. Еще 57 хп и бомба. И Соник его забирает. 13-8, сейчас фулл эко. И дальше должен просто быть какой-то больной камбэк. Из 8 раундов подряд. Слышим мы диглы, гранаты и нет брони. Что очень важно. Сейчас что-нибудь опять такое быстренькое придумают. Рязанцы, ну да, быстренький банан. Так, GG отлично, просто прострелами позабирал тут. Клайдик 2 хп, спам его забирает. Ну, нормально, кстати, диглы разменяли, 2 кольта выбили. И, в принципе, экономически не так все плохо. Потому что, вот смотрите, сейчас возьмут раунд, и, в принципе, у Самары нет денег. Ну, а если они его не возьмут, то уже без разницы, есть деньги у Самары или нет. Так, вспомнили о существовании каналки, игроки Рязани. Идут вдвоем по каналам, но они уже тут потеряли двоих. Забрав только одного.
PGQ, правда, минус пуч. Ну вот здесь вот интересная ситуация, да? А, нет, ситуация не интересная, потому что Раквай мертв. Поторопился я тут с разглагольствованиями. И торнадо разбивается, ну. Ой, да, 15-8. Явно видно, что на Тускане рязанцы не готовы сражаться. Ну, просто не готовы. Знаете, в защите обороняться можно, не зная карты. Не то, что не зная карты, не готовя карту, обороняться можно. Сказать так, знаете, вот как этот мем с Жириновским, там, ты на коты, ты на зигзаг, ты на банан, там, все. А я в каналку пойду. А атаковать-то так не получится. Ну, по-моему, 16-8. 2 в 3. Правда, 3 красных игрока атаки, защиты, простите. Да, и Дронзил уже двоих забирает, остается последний Виленберг. 28 хп. И... Ну что, заберут его или нет? Девятнадцать хп уже. Было 28 только что. Дронзил все-таки... Дронзи. Я его Дронзилом называл весь матч. Дронзи все-таки забрал, и это... 15-9. Ну что, камбэк? 6 раундов еще подряд. Так, Самара опять аркадит. Жестоко просто аркадит. Ну вот не наказывают за такие аркады почему-то. Но сюда должно было мгновенно прилететь 3 хае просто. Мгновенно. А так, вот вы видите, что происходит. Торнадо пропускает всех. Бомба лежит где-то во второй комнате, по-моему, да? Так, минус 2. Смотрите, 3-3 ситуация. И ой-ой-ой-ой-ой, 16-9. Да, ну так профукать момент просто. 2 человека в аркаде, 3 в 3. Преимущество по ХП, да тащи.